Девушки в вечерних платьях, юноши в строгих классических костюмах. Большая представительная компания собралась вечером в районе Северного молла Морпорта. Опознавательных знаков в виде ленточек через плечо нет, но всем и так понятно. Вчерашние школьники сегодня вступают во взрослую жизнь. Ровно в 7 вечера выпускники колонны двинулись по улице Несербской. Возле Морпорта шумную колонну приветствовали родители, друзья и руководство города. Участие в торжественном мероприятии приняло около 2000 выпускников. Представлены все школы Большого Сочи. Каждый из районов исполнял для зрителей танец. В этом году из сочинских школ вышло почти 140 золотых медалистов, что на 6 больше, чем в прошлом. На ЕГЭ сочинцы тоже себя хорошо показали. 100 бальников 21, с учетом того, что во всем крае таких 211. Те, кто набрал 100 баллов по двум предметам, в крае всего 5. Одна из них – сочинская выпускница. Глава Сочи Анатолий Пахомов не скрывает гордости за будущее города и отмечает, перспективы для молодежи на курорте есть и будут. Мы очень надеемся, что выпускники этого года выберут для себя свой родной город. Мы говорим, что только на сегодняшний день у нас свободных вакансий 23 тысячи. Мы говорим о том, что, наверное, все-таки многие разлетятся по всем уголкам нашей необъятной родины, но они должны знать, что малая родина, город Сочи, всегда их ждет. После парада выпускников ждали в концертном зале фестивальный. Впечатление прекрасное. Здесь все так весело, уютно. Я не ожидала, что будет такой прекрасный праздник. Праздник праздником, однако в первый день взрослой жизни бывшие школьники думают о дальнейшем пути. Многие выпускники собираются связать свое будущее именно с Сочи. Я собираюсь учиться на факультете государственного и муниципального управления, после чего планирую вернуться в родной и любимый город Сочи. Я думаю, что у меня здесь есть перспектива, и я с большим успехом буду работать и с удовольствием. Так что все уже решено. Для достойной жизни, да, конечно, есть большие перспективы. У нас хороший университет туризма. Хороший университет. В общем, для перспектив здесь очень много. Но вот у меня просто, мне хочется куда-нибудь подальше, потому что я коренной сочинец. И как бы всю жизнь я здесь. Но вернуться все-таки. Да, вернуться все-таки в родной город мне очень безумно хочется. Основное празднование прошло на сцене фестивального. Началось все с традиционного вальса. Выпускников со сцены поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов и председатель городского собрания Анатолий Луцик, после чего ребята вручили им памятные подарки – медаль в память об выпуске 2014, олимпийском выпуске. И мы будем стараться соответствовать гордому званию Сочи. А в память о нашем выпуске мы хотим ободрить эти медали. К слову, некоторые из педагогов тоже не остались без знаков отличия. Вручил их лично Анатолий Пахомов. Для выпускников выступили учительские составы всех школ. Педагоги гордятся своими классами, чувства переполняют. Чувство гордости, потому что есть высокие баллы по единому госэкзамену. Чувство грусти, потому что приходится расставаться с этими детьми. Ну и это главные два чувства, наверное. Гордости и грусти одновременно. Праздничный концерт продолжался до самой ночи. А свое первое утро взрослой жизни сочинские выпускники встретили по традиции у моря. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.